Вновь мы на эстакаде Донерсберге Брюке, и на этот раз мы отправляемся в Хайдельберг. Помимо самого города, основной идеей поездки будет встреча с моим другом Максимом, который переехал в Германию. Ну вот я и в Хайдельберге. Теперь осталось найти Максима. Привет, Коля! Вот мы и встретились. Да, получается так. Ну вот так начинается путешествие наше. А вот наш Ибис, но у него чек-ин только с 3 часов. Всего лишь 1000 евро. Юр, мы приехали в город Гейдельберг или Хайдельберг. Университетский город немецкий, старейший университет Германии, ну, как принято говорить в современных границах Германии. Здесь учились многие выдающиеся, в том числе представители русской культуры. Но нас с тобой сегодня интересует, насколько я понимаю, Осип Мандельштам, который здесь учился чуть меньше 1 семестра, кстати. Да, нам туда надо будет потом. Смотри, сколько там народу. Не-не-не, он там подальше. Это вот слишком... Не внедрялся к нему в личное пространство. Я так понимаю, это одна из главных достопримечательностей Гейдельберга. Это дорога, которая ведет на философскую тропу. Да, мы поднимаемся к философской тропе. Не знаю насчет достопримечательности, но каждый студент Гейдельберга, если хотел что-то понять о жизни... Вот ты хочешь что-нибудь о жизни понять? Я очень много всего хочу понять. Предполагается, что мы должны подняться на эту философскую тропу, где у нас будет достаточно времени, покоя, шума ветра, барашки там ходят, вот, чтобы что-то такое понять о жизни. Попробуем? В эту сторону мы и двинемся. Ничего, мы справимся. Дудь справился и нам завещал справиться. Или его на вертолете туда доставили. Мы реально на философской тропе разговариваем о философии. Точнее, философствуем. Да? Есть такое? Нет. Ну, вот это вид. Прокомментируй. Может быть, мы думаем каждый раз, что это самый лучший вид, а потом оказывается, что поднимаемся куда-нибудь, а там еще лучше оказывается. Да. Было по 2 пива сейчас. Что? Серьезно? Столько гусей? Фуникулер, видишь, ползет вагончик. Ага. Так вот этот фуникулер был протянут здесь еще при Мандельштаме. Ох. Как раз где-то в сезоне 9-10 года его закончили тянуть вот туда наверх. Я в Тбилиси на такой же катался. Все историческое, деревянное.
Но это самый медленный фуникулер на свете. Ничего более медленного не существует. У нас изменение погоды происходит. Была жара. А замок-то внутри пустой. Да-да, от него отвалился кусок. Слушай, кирпичи какие крупные, да? Хорошо. Макплант. Вегетарианская же, да? Да. Или веганская? Веганская, наверное, даже. Без лука. Вот это без лука. Это сервис. И вот такие капучино здоровые. Концерт. Отсюда тоже прекрасный вид. Но центральное здание прям красиво. Могли бы восстановить вот это, что там, ну хотя бы как-то. Погода испортилась. Да. И вот красота. Настоящая немецкая еда с настоящим немецким пивом. Да.